кинологи, конники, добровольная дружина, ГИБДД. Все полицейские службы сегодня прошли в строевом параде на главной площади Самары. Более 1000 человек как один замирают по команде «Смирно». Руководитель полицейского главка генерал Солодовников сегодня лично провел строевой смотр. Выучка полицейских не хуже, чем у военных. Сегодня одновременно с этим гарнизонным разводом в 17 районах области провели такие же разводы гарнизоны тех органов внутренних дел, которые там представлены. Вместе со своими главами, вместе с активами. И эти сезонные мероприятия, которые мы проводим и весной, и осенью перед днем полиции, они сегодня отождествляют принципы, которые мы закладываем и заложили вместе с вами одновременно. Главная наша задача – обеспечить покой и безопасность наших граждан. И мы ее обеспечиваем и будем обеспечивать. Показательные выступления провели бойцы полицейского спецназа. Они могут противостоять даже вооруженному огнестрельным оружием противнику. Сотрудники ГИБДД отработали тактику по преследованию и задержанию нарушителей, а кинологи показали, на что способны служебные собаки, которые тоже не боятся никакого оружия. Лучших сотрудников полиции и общественников наградили благодарственными письмами и ценными подарками. В городе и области редко. Это в основном применяется на Северном Кавказе, в основном наши знания. Технические возможности, тактика. Вот. А здесь, как увидят уже, они знают, что СОБР работает, все сразу ложатся, и все. И никаких сопротивлений. Очень редко. И то с испугом. Прийти на осмотр полицейских сил Самарской области мог любой желающий. Вход на площадь был абсолютно свободным. Многие пришли с детьми, которых зрелище впечатлило. Андрей Трой, Станислав Левин, «События».